Всем доброго времени суток. Сегодня мы с вами вяжем выносное тело для подъемки. Подобное видео у меня уже было на канале, но сегодня мы свяжем немного измененную версию. В данном варианте мы сделаем более прочный хвостик. Ну а принцип, в принципе, остается одинаковый. Для этого нам потребуется вспененный полипропилен. Вот такой у меня лист. Делаем заготовку. Такой формы примерно. Нить я использую белую. Предварительно саму иглу мы смажем липкой ваксой, для того, чтобы в дальнейшем нам было удобнее снять тело мушки с иглы. Буквально немного наносим ваксы. Прикладываем пенку. Обратите внимание на то, что я оставляю небольшое расстояние от кончика иглы, для того, чтобы у нас вся конструкция не сползала и не разваливалась. Берем монтажную нить и начинаем фиксировать пенку на игле. Излишки монтажной нити отрезаем. И уже более плотно проматываем пенку. И делаем финишный узел. Далее нам потребуется даббинг. Использовать я буду Superfine даббинг. Я возьму оливковый цвет. Для формирования тела я буду использовать Superfine даббинг оливкового цвета. Берем пучок даббинга, достаем иглу. И скручивая в одном направлении, таким вот способом наматываем даббинг на будущее тело мушки.
Будет достаточно. Ну и так плотненько прокручиваем даббинг. Возвращаем иглу, губки тисков. В данном комплекте, откуда у нас берется игла, это набор инструментов для вязания выносных тел от C&F Design. В комплекте идет такой бутылек на основе клея для того, чтобы скреплять вот эти все волокна даббинга между собой немного попрочнее. Ну, если не воспользоваться данным клеем, то ничего страшного не будет, потому что у нас в дальнейшем сверху тела будет фиксироваться мех, в данном случае косулей, а поверх меха ультрафиолетовый лак, и этого будет достаточно. Далее с вами берем нитку черного цвета, закрепляем монтажную нить на самом кончике хвостика, буквально двумя оборотами, излишки удаляем. И сейчас самое время установить хвостик. Хвостик будет выполняться, в моем случае, из меха лося. У меня есть такая вот шкурка, замечательный мех, очень прочный, такой полупрозрачный. Довольно-таки интересный материал. Вы можете также воспользоваться синтетикой. Вот на примере такого вот материала. Синтетические волокна для хвостиков поденок. Берем три остинки, отмеряем длину, примерно длине тела равной, подносим точки крепления и закрепляем поверх нашей иглы. Вот таким образом. Далее нам потребуется мех, косули, оленя, что у вас будет и что вам будет удобнее использовать. У меня вот такой мех косули. Отрезаем небольшой пучочек, убираем подшерсток и выравниваем в ступке. Такой у нас получается небольшой пучок меха, выровненные кончики. Перехватываем ближе кончиком меха, подносим к точке крепления, делаем это так аккуратно, чтобы не оторвать уже наш хвостик, подносим к точке крепления, набрасываем монтажную нить и делаем парочку закрепительных оборотов, буквально два. И начинаем проматывать, делать сегментацию монтажной нитью по направлению к началу тела мушки.
И делаем финишный узел. Монтажную нить отрезаем. Лишние кончики меха также с вами удаляем. Поправляем хвостик, вот немного его задираем вверх, мех косули. И разводим в сторону вот мех лося, наш сам хвостик. Теперь аккуратно придавливая сверху мех указательным пальцем и большим пальцем снизу, вытягиваем тельце с иглы. Такое тельце у нас с вами получается. Но оно еще не закончено. Убираем иглу. Можно немного поправить тело, немного подогнуть его, придать форму, расправить сам хвостик, развести в сторону. И если вы обратите внимание, то вот здесь сзади тела у нас фиксируется пучок, весь пучок ниток, который фиксирует все материалы меха оленя, хвостик наш. И это достаточно слабое место. Здесь желательно укрепить эту точку. Можно капнуть каплю суперклея, можно использовать прозрачный УФ. Гель какой-нибудь. Я буду использовать UF-гель флуоресцентного шартрезного цвета от фирмы Gulf Ambulance Hot Fluor Chartres. Берем капельку UF-геля и наносим на нашу вот эту заднюю точку. Делаем яйцеклад. И при помощи фонарика полимеризуем наш гель. Теперь нам остается придать немного нашему телу изгиб, форму. Взять следующий гель, лак. Я буду использовать Gulf Thin Man специально для того, чтобы наносить тонкие покрытия. Наносим гель на мех. Совсем чуть-чуть, чтобы только покрыть его тонким слоем. И иглой можем немного его разровнять. И точно так же фонариком полимеризуем.
И на выходе у нас с вами получается такое замечательное тело подёнки с очень крепкими хвостиками, достаточно прочное тело. Вариант использования данного тела мушки я уже показывал в своем инстаграме. Если кому-то будет интересно, может зайти и посмотреть.